Девчонки, всем привет! Это Марина. Сейчас вам покажу посылку с сайта Makeup.ua. Она мне пришла еще до отъезда, но я не успела вам показать эти продукты, поэтому сейчас посмотрим вместе. Тут они обычно вкладывают пакетик свой фирменный. В этот раз мне не пришло никаких бесплатных образцов, пробников. Все продукты я заказывала только необходимые, поэтому тут не будет ничего такого эксклюзивного, интересного, только то, что мне сейчас нужно для использования. Итак, первый продукт — это маска для окрашенных волос Fortes Pro с лецитином. Производитель Acme, это украинская компания. Я эту маску когда-то пробовала, по-моему, вместе с какой-то краской. Точно уже не помню с какой, но мне кажется, в какой-то краске тоже украинского производителя вкладывали такой кондиционер. Решила взять такие саше, потому что скоро я улетаю отдыхать и буду лететь только с ручной кладью, поэтому мне очень важно, сколько у меня будет жидких продуктов косметических, потому что там нужно не больше литра, в упаковках по 100 мл. Здесь по 20 мл. Я думаю, что каждый пакетик можно будет использовать два раза. Скорее всего, должно хватить. И после вам обязательно расскажу, понравилось мне или нет. Также для отдыха я еще заказывала вот такое средство. А мне хотелось заказать что-то подороже, но все продукты, которые более-менее дорого стоят, они больше по объему. Поэтому я взяла вот такой Sun Energy SPF 30. Солнцезащитная эмульсия для загара, водостойкая. И здесь как раз 90 мл. Производит тоже украинская компания Эльфа. Я уже брала продукты данной компании именно с солнцезащитным фильтром. В принципе, они нормально работают, никаких нареканий нет, поэтому заказала. Вот 90 мл как раз подходит для ручной клади. Также вот это средство я брала, думала, что возьму в отпуск, но не знаю, буду брать или нет. Вот здесь ровно 100 мл, это мой любимый Revivor. Восстанавливающий бальзам от Биэлиты. Прекрасно он работает на волосах. И кто смотрит мои видео, знает, что у меня есть большая банка этого бальзама. И вот такая вот версия уже, можно сказать, дорожная. Более удобная, но не знаю, буду брать с собой в отпуск или нет. А вообще, всем рекомендую попробовать этот продукт, кто еще с ним не знаком. Дальше. Для спортзала взяла такой дезодорант для обуви от зеленой аптеки. Никогда раньше конкретно этот дезодорант я не брала. У меня там сейчас другой заканчивается. И решила вот попробовать, потому что марка «Зеленая аптека» в последнее время очень меня радует. Посмотрим, понравится ли мне такой дезодорант. Дальше заказала для волос кокосовое масло 100%, парашют. У меня такое когда-то уже было, 100 мл. Здесь бутылочка 40 мл, я не знала, что бывают такие маленькие бутылочки, ну вот взяла, не знаю, может быть, вот это возьму в отпуск, чтобы волосы как-то увлажнять после мытья, посмотрим. Нравятся мне такие продукты в небольших упаковках, они долго не простаивают, всем пользуешься и, в общем-то, куда-то их брать в дорогу очень удобно. Так, последнее, что я заказывала, это пинцетик от Stalix. Мой совсем уже пришел в негодность, и я хотела купить себе Твизерман, но, к сожалению, вот как-то не могу я нигде найти, где его сейчас можно приобрести. На Клубнике его нету, и, в общем-то, так я его нигде не видела в рознице. То есть я готова за него заплатить, он, конечно, баснословных денег стоит, но я готова, в принципе, отдать эти деньги за хороший результат. Но вот не могу найти, поэтому временно купила такой пинцетик от Stalix. Он называется «Пинцет скошенный волна». Рябь, это какое-то прям кодовое название. И в целом он неплохой, я думаю, как временный вариант буду им пользоваться. В общем, более-менее мне нравится. Итак, это все, что я заказывала, все, больше ничего здесь нет. Надеюсь, что вам было интересно открыть со мной эту посылочку. Большое спасибо вам за внимание. Всем пока!